Это все типа просто дополнение, брат. Я просто делик взял. Ну, я тоже делик взял. Ну, то есть, четырьмя. Брали, да, которые? Да-да, тут мы брали ее. Ну, я не брал. Остальные я пока не знаю. Ну, еще одну мы находили, а остальные... А, там еще попрыгушки. О, кстати, попрыгушки. Она тут... Ее еще раз можно подобрать. Поэтому я снова здесь. А почему? Проклятом склепе хотел. Может, значит, может, надо все стрел? За один раз просто собрать. А, да, наверное, кстати. Угу. Ну типа мы тогда забирали вот. Я не помню уже. Идемте за мной тогда. Если это кому надо, там стампи за день. А, да, тут помню. Центр управления. Да, вспомнил. В лаборатории склепа обнаружены. Вот где-то вот, да, вот это нужно. И неизвестная форма жизни. Забирайте, кому надо. Все забрали. Да, спасибо. Мне казалось, что у него тоже есть планы. Вы знаете, где следующая история? Нет. Дальше сам ей управлять. Потому что я вот на этом все. Дальше я не... Ну, как мы начали второй этап подходить, потом я там спать пошел. Хорошая память. Кому? Куда идти? На кого? Идите на Макаров, короче. Ты нашел историю? Да. Страшно. Бежим. Нахера ты. Бежим. Я отсюда допрыгну, до туда, скорее всего. Подойдите, прыгнем сюда, день, как-нибудь, топотуны. Топотуны. Как в английской станции. Не же. Бойся. Теперь я им займусь. Память о тебе. Давайте. Займется она им. А что там, не, туда не ходил. Просто спрашиваю, бегали здесь, может, здесь кто-то еще есть? Да, может, на конце, кстати. Мы тут вообще не бегали. Посмотрим, это чисто. На конце чисто. Вот, на мне история, ребят. Всего нормального. Если я включу эту штуку, соберите дневники Экса на накопке до дна. Все это исчезнет. В смысле, у тебя пришлось? Ну да, он в коридоре после третьего этапа собрал уже. Нужно же сначала вроде, да? Собирать. До дна. А вы выслушали СКГ-777, натянутые отношения, награды. Дали призрака. Натянутые. Это о, трюк. Это не призрака. На мне. Иди. О, где? Да. Вот она, эта труба, кстати. Неплохо, почему по-другому сказать. Я придумаю истории, которые будут передаваться из это последнее поколение. Легенды о зле, которое создавал Кловис Брейн. Вам спасибо за все.